Всем привет, ребята! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать на мое новое видео. А ты знал, что если ты поставишь лайк за 3 секунды, ты будешь самый крутой? Считаю. Раз, два, три. Кто успел, красавчик, ребятки. Мы продолжаем играть в мобильные игрушки. Начинаем мы сегодня с новой игры Splash Canyons. И это у нас самая первая миссия. Давайте будем смотреть, что нам здесь нужно сделать, ребята. Проводим пальчиком, вот так вот, опа, мы просто открываем воду, да? Так, немножечко громко, давайте сделаем чуточку, ребятки, потише. Вот так вот, например, все. Чтобы игрушка меня просто не перекрикивала. Так, сейчас нам нужно сделать, смотрите, часть воды, ой, да, часть воды должна попасть сюда, а часть воды вот на второй слой. Блин, а мне эта игрушка, если честно, нравится, ребят, прикольная такая игра. Так, дальше. Дальше как бы нам тут поступить? Может быть, мы можем здесь что-то разрезать? Да, мы можем здесь разрезать еще, ребята, точно. Смотрите, мы как бы здесь режем как ножом. Так, ну все, это, в принципе, миссия выполнена. Так, окей. Дальше нам как бы тут сделать? Так, а можно так вот провести где-то вот сюда? Вот, не-не-не-не-не, нельзя. Так, а если мы вот так сделаем? Блин, все равно, ребят, мы проиграли. Вот тут вот уже нужно как-то по-другому поступить. Давайте сделаем роплей. И подумаем, как... все, я понял, ребят. Я, кажется, понял, нужно сделать вот так вот. Нужно так вот обрезать, и все. Смотрите, теперь водичка потечет туда, куда нам необходимо. Кстати, такая, знаете, графика прикольненькая у этой игрушки. Очень классная. Вы, кстати, ребята, пишите в комментариях, как вам больше нравится. Когда я играю на планшете, или когда я играю вот на эмуляторе. Ой-ой-ой, блин. Короче, ребят, я думал, знаете, что сделать? Я думал, что еще с этой вот стороны обрезать кусочек, но так нельзя, походу. Так, давайте мы сделаем тогда вот так вот. Опа, вода очень реалистично стекает, ребят. Я надеюсь, что картинка вам передается. Так, вам нравится эта игрушка? Да, она мне очень сильно нравится, но голосовать я не буду, ребят. Я никогда не голосую. Так, это мои такие, знаете, принципы. Здесь нам что нужно? Наверное, половина. По половине туда и частично туда. Так, тут уже полная водичка, и тут тоже, в принципе, полная, да. Отлично, great job. Так, окейюшки, вижу, что тут здесь есть еще какая-то лава. Туда нужна лава, ребят, вот сюда вот нужно лаву. Все, я понял. Так, значит, смотрите, сначала мы разрезаем воду. Все, вода подтекла туда, куда нам нужно. Все, она сейчас затечет полностью вся. Затем мы делаем, ребята, вот такое вот движение. Опа, и открываем лаву. А лава потечет уже в другую, грубо говоря, в другую ямочку, куда нам здесь нужно. Да, прикольная, конечно, игра, очень прикольная. Так, давайте дальше, следующая миссия. Так, а тут как нам поступить? Это что такое-то? Это можно как-то обрезать? Странно, давайте мы тогда это вот сломаем. Так, сломали. Все, понял. Напор воды просто пошел туда вот и все. Ладно, ребят, я предлагаю пройти тогда еще одну миссию. Итак, туда должна потекти красная жидкость, а в другую сторону синяя жидкость. Интересно, а если бы их смешать вместе, что получится? Вот смотрите, они когда соприкасаются, тогда получается они испаряются, взаимоиспарение происходит. Так, ну короче, вот такая вот, ребят, прикольная игрушка. Давайте будем тогда ее закрывать. Открываем следующую игру. Я хочу поиграть в игру, которая называется Gymnats. Ну что ж, ребят, давайте тогда разбираться в этой вот игрушке, что здесь нужно делать. Я себе выбрал, получается, вот такую вот гимнасточку, и мы сейчас будем играть за нее. Что нам здесь нужно сделать? Так, привет, это мы все можем промотать, это нам все неинтересно. Так, давайте быстрее, у них тут идет, наверное, какой-то разговор. Так, все, разговор закончился, отлично, и сейчас мы будем уже с вами приступать непосредственно к игре. Так, окей, что нам нужно сделать в первую очередь? Ребят, ну, блин, если это какая-то будет более-менее мужская игра, ну, мне кажется, это уже не мужская игра. Мне кажется, что вот сейчас девочки, которые меня смотрят, они просто меня благодарят. Так, ребят, давайте просто посмотрим. Если она будет неинтересна, мы просто будем ее вот прям сейчас закрывать. Так, что теперь? Мы можем переодеть ее, типа, ну да, вот, короче, мы ее переодели. Что еще мы можем одеть? А можем еще платьечко какое-то, курточка. Так, и нам нужно на 100 баллов ее одеть, получается. Так, и еще, так, лифчика здесь нету, еще штаны какие-то, ребят, обязательно нужны. Может быть, мы сделаем тогда вот так вот. Опа, еще звездочки, да, еще звездочки посыпались. Итого 100, отлично, 100, ребят, мы выполнили, в принципе, эту вот миссию. Ну, игрушка, знаете, такая специфическая, конечно, специфическая игра.
Так, и что теперь? Вот мы приодели, например, нашу принцесску, будем так ее называть. Дальше куда мы поехали? Дальше мы поехали, наверное, на тренировочку, да? Так, ну давайте мы тогда откроем, посмотрим, что нам здесь нужно сделать. Если... О, наконец-то! Наконец-то, ребят, соревнования. Так, мы будем играть за вот эту вот. Уже за следующую какую-то. Так, и... Так, нажать нужно вот сюда вот. Нажимаем, опа. А, все, стоп. Вот так, затем вот так вот. Так, стоп, подождите. А, мы просто смотрим, да? Мы просто смотрим анимацию. Вот, смотрите, прикольная анимация получается. Та-дам! Вот тут у нас есть еще какая-то анимация, смотрите. А, я, к сожалению, не могу ее посмотреть. Да, к сожалению. Ладно, ребят, давайте будем тогда эту игрушечку закрывать. Какая-то она, знаете, не очень интересная, скажу вам честно. Так, и поиграем сейчас Troll Quest. И давайте выполним первое задание. Так, куда нам нужно нажимать? Так, что-то мы выиграли, проиграли? Так, проиграли, хорошо. Может быть, это вот на фонарь? Так, нет. Оп, он помахал, испугался. А, и конец. Так, окей. А если мы нажмем на него, вот так вот, оп, что-то произойдет. О, ребят, ничего себе, мы напугали саму смерть. Саму смерть с косой. Так, ладно, миссия выполнена. Так, девочка, привет. О, какая ты стрёмная-то. Давай. А, подождите. То есть, сейчас снова неверно. Почему я всегда делаю что-то неверно? Так, давайте, может быть, еще куда-то понажимаем. Может быть, вот так вот. А если просто на нее подержать? Так, мы проиграли тогда, да? Да, мы тогда сразу проиграли. У нас еще здесь есть, ребята, подсказки, но я думаю, еще как бы не время их использовать. Так, а если где-то вот так вот понажимать? Нет. Open. Open. На нее. Привет. Нет, ничего не происходит. Ладно, давайте мы используем подсказку. А, просто на нее нажимать. А, все, я понял. Вот так вот быстро, быстро нужно было, ребят, нажимать, и у нее голова просто отлетела, и все. Кстати, вы меня видите в кадре из-за того, что игрушка, ребята, темная, да? Поэтому я здесь есть в кадре. Так, что дальше? Какая-то... Сейчас соплика, наверное, с носа у него полезет. Фу, какая гадость, ребята. Это было ужасно. А, ну мы выиграли, ничего себе, с первого раза прошли. Так, может быть, его покормить? Так, на водичку. А, это же гремлины, на них нельзя воду выливать, ребят. На них нельзя выливать воду, потому что они сейчас будут очень злые тогда, смотрите. Мы проиграли. Так, а если еду? Так, а если... Подождите. Нет, мы уже, наверное, сделали сами что-то неверно. Вот я думаю, ребята, смотрите, еще раз на него выливаем воду. Так, нет, что-то мы сделали не то. Так, хорошо. Так, давайте вот так вот где-то понажимаем. Так, тут все нормально, все в порядке. Так, если на него... Ай, блин, нет, так нельзя, ребят. Это неверно. Так, ну тут есть еще какие-то печеньки, ребятки. Может быть, на печеньки понажимать? Давайте вот так вот. Оп, нет. Нет. Так, на пацанчика. Ничего не происходит. А, он сам выпьет просто эту воду. Давай, вторую выпил воду. И что теперь? Теперь вот сюда вот. А, вот в чем прикол, ребят. Он на него пописил. Все, он его напугал, смотрите, наконец-то. Так, хорошо, миссия выполнена. Ого, Франкенштейн. Окей. Так, давайте сделаем так вот. Да ладно, он его сразу уничтожает. Так, ну все, это проигрыш. По-любому проигрыш. Так, потому что мы не могли так сразу выиграть. Так, все равно не то, ребята. Так, что нам нужно сделать? А может быть, здесь что-то перекрутить? Нет, нельзя. Нельзя, ребята, здесь ничего крутить. Я только нажимаю вообще по этому экрану, он сразу начинает его хватать. Этот Франкенштейн. Так, а если мы где-то вот сюда вот нажимаем? Нет, ничего не происходит. А вот тут? Нет, тоже ничего. Так, блин, ребят, давайте мы, знаете, что сделаем? Давайте мы сейчас используем еще одну подсказку. Давайте вот так вот. Так, использовать подсказочку. Так. Так, блин, я же это сделал. Короче, ладно, ребят, закрываем эту игрушку. Какая-то она сложноватая, если честно. Так, открываем следующую игрушку. И это у нас... Пускай будет, знаете что, Бравл Старс. А первую катку Бравл Старс мы с вами будем играть соло Showdown и поиграем за Дэрила, ребята. Давно я не играл за Дэрила, тем более на планшете. Что? Что это такое, ребята? Это что такое? Подождите, тут можно вообще стреляться? А что, это меня сразу замочили или что? Я просто не понял. Что это было? Вообще, действительно, вот что это было?
это было какое-то жесткое мясо. Получается, первые секунды мы не могли стрелять друг друга. Да, классные, конечно, режимчики, ребятки, есть. Так, очень классный. Так, давай, мы сейчас сделаем, знаешь что? Мы сейчас сделаем такую вот штуку. Привет. О, он сейчас будет погибать. Так, ну мы тоже сейчас будем погибать. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну давай, постреляемся. Давай тогда постреляемся. Так, чувачок, я тебя сейчас грохну. Так, до свидания. Так, теперь нам нужно вот сюда вот прыгать, ребятки. Срочно. И так. Но нам нужны, ребята, нам нужны баночки. Так, вот так, подходим и лутаем его. Вот так вот, опа, ультуем. Но он сейчас меня еще, наверное, грохнет, ребята. Может быть и не грохнет, давай. Есть. Блин, он использовал свою ульту на мне, ребят. Короче, мы пока что проиграли. Но режим прикольный. Знаете, что мы сейчас поиграем? Мы с вами поиграем вот в этот же самый режим. Кстати, он мне понравился. Давайте я сделаю чуть потише, то очень громко. Так, мы с вами выберем Джеки. Ну, я надеюсь, что будет тот же самый режим, но обычно режимы, они меняются. Да, это плохо то, что они меняются, потому что, ну, было бы прикольнее, чтобы они не менялись. Конечно же, блин, там было столько банок. Там было столько прикольных баночек. Ладно, давай подойдем сюда вот. Так, и залутаем мы сейчас их. Так, это мы берем баночку. Спасибо. Спасибо тебе большое за эти две банки. Так, идем сейчас вот сюда вот. Хорошо. Давайте вот так вот. Оп, спасибо. Спасибо тебе за третью баночку. Большое спасибо. Так, и мы сейчас пойдем где-то вот туда вот на центр. Так, пойдем сюда вот. Так, привет. Ты хочешь затимиться со мной, да? Так, мы сейчас сделаем вот так вот еще. Ой-ой-ой-ой, чувствую, что сейчас меня еще грохнут, ребята. На, получай. Ох, мы ее размочили, ребята. Красиво, просто. Она там что-то прыгала, мы ее все равно размочили. Так, этот пытается по мне попасть. Ну, пусть пытается, ребята. Мы сейчас его грохнем. Бам, все, есть. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте мы сделаем, знаете что? Не-н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 е. Блин, это Динамайк. Динамайк все-таки подцелил меня, ребята. Так, ладно, давайте мы сыграем за эту же самую за Бравлершу, но только будем играть в другой какой-то режим. Ребят, а ну-ка, посмотрим. Но лучше, конечно, вот в такие вот режимы выбирать каких-то тяжей, мне кажется. Что мне нравится в этом режиме, то что он постоянно разный. А ну, блин, я уже надеялся, что будет такой же самый, как тот первый. Так, но, к сожалению, нам не повезло немножечко. Ох, я бы их замочил бы там, ребят. Это же тяж, это же жесткий тяж. Так, сколько там бойцов? 10 штук осталось, там уже тимится, я вижу. Да, тут уже крутятся какие-то пацанчики. То есть, хотят играть в тиме. А что, банок здесь нету или что, ребят? Серьезно, нету банок? Так, ладно, давай мы тогда ее, может быть, как-то поймаем. Так, не-не-не-не-не-не-не-не. Ну, сражайтесь между собой, отлично, молодцы. Так, ой-ой, она сейчас еще ульту бросит, ребят, ну это мы сейчас исправим быстренько, так, опа, до свидания, есть, так, мы ее грохнули и убегаем, так, нам нужно восстановиться, ребята, все здоровье у нас восстановилось, теперь можно где-то нападать, но у нас только одна банка, ребята, тут в засаде, скорее всего, что кто-то будет, так, о, смазал, еще и смазал, у него ульта заряженная, ребята. У него заряженная ульта. Так, ладно, мы подбегаем, ребят, подбегаем и просто начинаем гасить вот так вот. Бам. Да, иди сюда и бум. Блин, чуть-чуть, ребята, чуть-чуть просто не хватило, чтобы его уничтожить. Ладно, открываем тогда Among Us. А первую карточку в Among Us мы с вами будем играть за импостера. Как же повезло, я и еще фиолетовый. Так, ну что, хорошо. Погнали, чувачок. Погнали, может быть, сейчас мы кого-то резанем, если ты не против. Опа. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас сделаем вот так вот. А, блин, это же мой союзник. А я хотел уже грохнуть его, я что-то не обратил внимания. Так, ну давайте пойдем в электрику. Обычно вот в электрике всех киляют. Так, побежали. Ох ты что гонишь, чувак, это жестко. Это очень жестко. Так, давай зайдем в вентиляцию. Так, тут у нас что? Тут у нас пока что опасно находиться. Тут можно вылезти. Так, делаем саботаж вот здесь вот. Так, ой, сразу труп нашли. Хорошо, давайте напишем. Ну, давайте пока ничего не будем писать. Просто, ребят, ничего не пишем. Так, бирюзовый на глазах. А мы кто? Да в смысле? Не бирюзовый, у меня скан, это фиолетовый. Так, давайте напишем вот так вот. Саморепорт. Вот так вот сделаем. Потому что, как бы, чувачок меня защищает. Ну, я против него проголосую.
Так, как там их всех... Офигеть, кто там их всех уничтожил? А, кстати, скольких уничтожили? Уничтожили троих, либо они просто вышли? Так, давайте мы сделаем вот так вот. Я голосую против красного. Я думаю, что меня поддержит жопка. Вот это вот. Так, Сому Репорт тоже кто-то написал. Это фиолетовый и бирюзовый. Так, потом черный. Черный и красный. Думаю, например, так напишу. Думаю, это черный и красный. Так, давайте так вот сделаем. Думаю, это черный и красный. Так, подождите, а против кого проголосовали? А, 3 на 3, ребята, 3 на 3. 3 против меня, 3 против того. Как же хорошо. Так, это красный и черный. Жопка, мы с тобой будем, короче, ходить. Пока что никого не киляем. Ладно, идем сюда. Так, пошли, пошли, пошли. Идем типа на камеры. Идем смотреть на камеры. А как это, получается, он говорит, на глазах уничтожил. Так я же на глазах никого, этот, вроде там никого не было, когда я его уничтожал. Так, хорошо. Давайте тогда, сейчас, если что, закиляем кого-то в электрике. Так, стоп. Опа, белого закиляли. Белого, давайте напишем. Так, а ну-ка, ну-ка, что сейчас? Что сейчас будет? На кого подумают? Так, а ну-ка, ребята, ну-ка, что? Так, где? Давайте просто напишем, что где. И отправить. И отправить. Так, это голубой. Это голубой. В смысле? Его кильнули вообще-то. Вообще-то его нету. Так, его кикнули. Кикнули. Так, его кикнули вообще-то. Так, в смысле? Короче, ребят, тут уже пошли маты. Так, думаю, что это красный и черный. Так, красный 100%, 100%. Вот так вот просто. А где здесь процент поставить? 100%. О, отлично. Красный 100%. Так, я голосую против него. И, кстати, блин, мой союзник вышел. Ребят, ну что такое? Ну что он вышел? Конечно, без моего союзника будет сложнее выиграть, мне кажется. Давайте быстрее голосуйте. Так, не 100%, а 1000. Так, да. Давайте вот так вот напишем. Да. Все. Ну-ка, давайте убедим мы остальных игроков, что нужно голосовать против красного. И, кстати, я не знаю почему, но фиолетовый вышел. Так, ребята, блин, они проголосовали против меня. Ну, это просто капец какой-то. Ладно, давайте мы тогда закрываем Among Us. И что мы сейчас поиграем? Давайте мы с вами поиграем Балди. Друзья, я впервые буду играть в Балди на планшете. И хочу вам сказать то, что, ой, на планшете играется в него намного лучше. Так, хорошо, давайте тогда зайдем сюда вот. Это так вот открывается дверь, и нам нужно подойти к какому-то дневнику. Так, хорошо, давайте мы это сделаем. Ой-ой-ой, какое управление, какое плавное управление, ребят, очень плавное. Так, ну что, давайте тогда решать, ребята, задачу вместе со мной. Итак, 4 плюс 2, это будет у нас 6. А ну-ка, дальше минус 3, ребята. И следующий вопрос, это у нас 10. Так, ну все, мы, в принципе, сдали все экзамены, да? Так, что теперь? Воу! You pass all your exams for grade, да? Вы сдали все свои экзамены. Так, он еще что-то там говорит, ребят. Так, давайте зайдем в другой класс. Так, тут нам тоже нужно выполнить, наверное, какое-то задание. Ну, мы сейчас, по идее, с вами выполним его типа неверно. И он захочет нас грохнуть. Так, ну тут 5. Так, тут получается тоже 5. Ой, ну давайте тут тоже пускай будет 5. А, тут неверно. You got wrong. Ребята, это плохо. Это плохо то, что мы ошиблись, потому что сейчас он нас будет искать. А мы можем еще бегать? Да, мы можем бегать, ребята. Так. Стоп, стоп, стоп. Ой, вот он. Блин, он... Мы что, сразу на него просто побежали и все? Это что, не нужно было делать? Да, ребят, походу этого делать не нужно было. Так, ну давайте тогда сыграем. Так, High Source Note 2. Не знаю, это какой-то другой режим. Я просто хочу еще немножечко поиграть в Балди. Так, привет. О, тут уже что, елочку новогоднюю поставили или что? Давайте мы пойдем тогда вот в эту вот сторону, уже пойдем в другую. Да, в другую сторону заходим. Так, через дверь мы пройти не можем. Знаете, что мы сделаем? Давайте мы еще будем бегать. Ну, бегать, по идее, типа нельзя, но мы с вами будем немножечко нарушать. Так, что, все закрыто? Да, блин, ёшкин кот, почему все закрыто? Так, заходим вот сюда вот, и давайте еще порешаем тогда какой-то пример. Так, ну-ка,
Минус 8. Так, дальше это у нас 15. А что такие легкие примеры? Ребят, действительно, очень, очень легкие. То есть мы с легкостью их решили вообще без каких-либо усилий, без проблем. Ребят, кстати, напишите в комментариях, что вам больше нравится. Стримы? Игра, когда я играю на планшете или когда я играю на эмуляторе. Да, и нравится вам то, что у меня на канале выходят стримчики. Так, привет, Балди, дай-ка мне эту монетку. Я хочу ее взять. Не знаю, я ее взял или не взял. Короче, ладно, ребят, давайте будем эту игрушечку закрывать. Мы в нее так немножечко поиграли. Открываем, знаете, какую игрушечку? Открываем игрушку. У нас еще осталось, в принципе, две игры. Это Assassin 2. И это у нас самая первая миссия. Так, ну что, давайте мы тогда грохнем того чувачка, которого со спины можно только уничтожать. Так, теперь бежим вот сюда. Вот это, кстати, ребятки, новый Ассасин. Этот Ассасин немножечко прикольнее, чем старый, который... Так, и давайте со спины. Опа, все, есть. Кстати, блин, не подобрали, вот там был, получается, как топорик какой-то. Так, окей, next mission. Так, а что это мне планшет завибрировал? Он что, будет постоянно вибрировать после каждого моего выигрыша? Так, и тут мы можем что-то выбрать, ребят. Смотрите, мы можем выбрать какие-то плюшки. Нет, это все за рекламу получается, да? То есть, вот если будем смотреть рекламу, тогда... Можно выбирать эти плюшечки. Так, хорошо, у нас здесь есть один пацанчик, которого, на которого нападать можно только со спины. Так, давай иди сюда. Ждем пока что, ребята, ждем. Тот, который со спины, вот это очень опасный перец, очень опасный, поэтому... Ой-ой-ой-ой, ну куда же я так побежал, ребята, блин. Меня грохнули, ну ничего, сейчас мы восстановимся. Сейчас все будет, ребята. Ребят, пишите в комментариях, как лучше, на планшете играть, либо на эмуляторе. Так, tap to play. Окейшки, нам нужно со спины его грохнуть. Ребят, стой. Мы спалились, мы немножечко спалились. Так, стой. Так, ну, лучше вот так сделать, конечно же. Опа, так, все, мы главного того перца грохнули. Прям самого мощного, которого нужно только со спины мочить. Так, все, и у нас остался еще один. Где-то вот тут вот. Давайте поднимемся чуточку повыше. Еще соберем эту вот штучку. Так, он еще стоит, смотрите, он стоит, ничего не делает. Мы его с легкостью уничтожаем. Так, окей. Следующая миссия. Почему они так долго загружаются? Я помню, что в Ассасин... Так, мы еще можем взять наше вознаграждение. Так, теперь мы еще можем апгрейднуть его. Ничего себе, открываем новый скин. У него плюс 10 скорости, кстати, прикольно. Так, ладно, play again. По-моему, что в первом Ассасине такого не было. Таких вот молоточков не было, потом дополнительных бонусов не было. Так, тут уже 4. 4 игрока. Так, он очень медленный. Ох ты ж, ребята, видели, да? Не мог я его грохнуть, потому что у него щит. Ну ничего. Стой. Так, давайте мы сделаем так вот. Оп, минус 1. Блин, и меня грохнули, ребят, меня грохнули, потому что у меня было очень мало здоровья. Кстати, мы можем потратить наши кристаллики для того, чтобы восстановиться, но нет, мы лучше заново пройдем, ребята, это все дело. Так, play. И сейчас мы их всех грохнем. Так вот. Сначала первого. Оп, все, есть. Так, отлично. Стоп, он что, стреляет по мне? Типа стреляет? Так, бежим. Блин, а, он меня зажал еще, смотрите, он еще зажимает. Ничего себе, он просто меня не пускал. Ладно, давайте мы восстановимся. Так, все, мы... А, блин, это миссия просто автоматически проходится тогда. Ну, прикольно. Ну, я хочу еще тогда пройти одну миссию, ребят, именно пройти. Не проиграть, а пройти. Так, try now. Кстати, мы можем сейчас использовать... бонусного какого-то пацанчика. Ого, какой он быстрый, ребята. Бах, и обратно убежали, просто обратно. Так, это хорошо, что мы очень быстрые с вами, очень быстрые. Так, теперь можно пойти со спины вот этого вот грохнуть. Так, теперь можно ключик подобрать, один ключик. А вот тут еще молоточки вот эти вот, я думаю, что они нам пригодятся со временем. Так, тут еще осталось два чувачка, но нам главное вот этого вот грохнуть. Это прям очень сильный перец типа. Так, и все, до свидания, ребят. Мы с вами выполнили эту миссию. Так, отлично, давайте будем тогда закрывать эту игрушку. У нас осталась еще последняя игра, это Slice Them All. И это у нас первая миссия, нам нужно просто разрезать вот так вот, смотрите, пацанчиков. Опа, ну лучше, конечно, голову ему вот так вот разрезать. Так, все, до свидания. Мы, по-моему, играли игрушку Smash Them All, это Slice Them All. Просто так вот мы им режем ноги, там, что хотим. Главное, короче... обезножить его, да, чтобы он уже не мог идти. То есть можно захедшотить, ну, наверное, когда хедшот, то тогда лучше, ну, больше баллов мы тогда зарабатываем. Так, миссия выполнена, ребята.
Мы с вами ее выполнили без каких-либо усилий. Так, отлично. Бонус. О, сейчас у нас будет бонус левел. А, нет, бонус левел только за видео. Я понял. Так, все, давайте мы сломаем эту штуку. И смотрите, я вижу здесь лазарь. Ой, бочку. Бум. Так, теперь можно голову ему так вот чикнуть. Так, все, есть. Побежали дальше. Так, давайте мы так вот прям в голову. А, тут, кстати, можно просто целить, смотрите, просто пальцем целим в голову, смотрите, оп, и он прям в голову ему срежет вот так вот. Потому что лазер стреляет туда, куда мы указываем вот этим вот пальчиком, ребят. Так, все, миссия выполнилась у нас с вами. No, thank you. Я хочу дойти прям до пятой миссии, ребят, вот до пятой, видите, еще получается третью, четвертую, пятую проходим, и тогда будем открывать с вами следующее видео. Так, давайте мы это сломаем. Ой, следующее видео, говорю, будем тогда заканчивать уже эту игрушечку, ребятки. Давайте просто мы им так вот голову всем порежем. Оп. А, ничего себе, смотрите, руку мы отрезали. И он себе дальше пошел, как ни в чем не бывало, да? Понятно, понятно. Так, давайте вот так вот минус голова, и мы просто их отшотим. Конечно, вот в такие вот игрушки на планшете играть прикольнее, ребят. Так, еще остался один пацанчик. Все, мы его грохнули. Подождите, это какая миссия? Это получается четвертая миссия. Мы ее типа прошли. Ну, почему типа мы ее прошли? И сейчас, ребят, мы еще должны пройти с вами... так, наверное, что миссию с боссом. Сейчас, наверное, будет миссия с боссом или нет? Или следующая? Ну, короче, неважно, какая она будет. Если сейчас, значит, мы пройдем одну миссию. Если не сейчас, то тогда две. Так, это нужно забрать. Это наши денежки. Вот эти вот, если мы сундучки разбиваем, вот эти вот, смотрите, такие денежные сундучки, то мы за ней будем получать деньжатки. Так, все, отлично. И что, сейчас, наверное, будет босс? А нет, ребята, нету босса. Так, ломаем это все, ломаем их полностью. Так, давайте этого босяку. Так, теперь тебя еще мы сейчас попилим. И вот там еще, короче, какой-то пацанчик. Так, ключ можно забрать? Да, ключ мы забрали. А, все, ребят, все-таки нам еще нужно одну миссию пройти. И затем мы уже будем сражаться с вами с боссом. No, thank you. Сейчас будет босс fight. Так, close. И все, сейчас мы, ребята, с ним сразимся. О, тут уже какие-то красненькие. Бум, взрывные. Как же хорошо взрывает, только руки и ноги поотлетали. Так, ну тут вообще, и смотрите, вот так вот, оп, все, легли. Голову просто срезали, и все, он сразу проигрывает. Так, а где же ваш босс, а? Вот где ваш босс? Так, я еще хочу вот это вот, бонусы собрать. Ой, не успел. Так, ой, как быстро, ой, как быстренько. Так, вот еще минус один. А, вон, я уже его вижу, ребята. Я уже вижу этого босяку. А, вот что нужно тут обрезать. И все, капец. То есть мы так быстро уничтожили этого босса. Ладно, ребят, я думаю, что на этом свое видео я буду заканчивать. Кому оно понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Алексис. Всем удачи, всем бай-бай.